Всем привет, привет, народ, здравствуйте, с вами по-прежнему Аракис, привет, подписчики, друзья и гости этого канала, да, добавляйтесь, друзья, подписывайтесь, с нами будет много чего интересного. Почему я снял это видео, с названием вы уже понимаете, хотел бы вас сегодня и также завтра, потому что превью я снимаю на 2 дня, то есть пятница, суббота, даже сейчас скажу какое-то число, да, то есть это получается 18-19 число, я буду проводить стрим на своем Twitch канале, время по-прежнему не меняется, последний стрим был просто... чуть раньше из-за того, что я проходил с первого по сотую вышечку, да, и я ее прошел успешно, я этому очень рад. По просьбе многих подписчиков и тех, кто смотрел, я проходил башню бюджетным паком. Кто не смотрел, пересмотрите, думаю, для вас будет это интересно, потому что пак действительно, ну, бюджетнее некуда. Монстров достать даже ифрита может каждый. Если вы хотите вот так вот пройти с таким же паком, все у вас впереди, и действительно все будет зависеть отчасти от рун. Но уверяю вас, я прошел эту башню еще полгода назад, и у меня не было даже таких рун, какие у меня есть сейчас. То есть я прошел даже с какими-то 5-звездочными, 4-звездочными рунами башню, наверное, просто решают немножко руки, да, и умения. Поэтому не переживайте, все у вас получится. Если вы там на каком-то 90 этаже, я тоже в свое время не проходил даже 70-й, а потом хоп, и резко я на 100-м. Да, вот, ну, может повезло, может так случилось, как-то, не знаю, звезды сошлись, праха мне, сука, так и не выпало до сих пор. Вот, поэтому приглашаю вас сегодня и завтра на стрим. Что будет в пятницу, я пока не знаю, честно. Уже, я думаю, на стриме решим с людьми, которые присоединятся. И уверяю вас, народ, если вы смотрите это видео, не поленитесь, зайдите на стрим. На стриме действительно интересно, и те, кто хоть раз пересматривал запись стрима, я думаю, жалеют о том, что они не попали на стрим, поэтому запишите, поставьте себе календарик, все такое, я не знаю, как-то уведомление себе сделайте о том, что скоро будет стрим, и буду вас очень там сильно ждать, да, думаю, много чего интересного вы там увидите. В пятницу я, скорее всего, гарантирую, что будет хард башня. Я дошел до 29 этажа, даже не стал 30 еще бить. То есть я покажу свою, ну, не бюджетную уже пачку, да, для хард башни показывать бюджет пачку, наверное, не стоит. Можно же пройти и той пачкой, которую я использовал на нормал, да, но далеко я не зайду. То есть я с тем же составом не дойду даже, наверное, до 70 этажа. И я не хочу мучиться, поэтому я покажу вам тот состав, который, в принципе, вы тоже можете собрать. Единственная верада поменять там на Вучи. А Вучи достать, ну, не скажу, что легко, хотя одному из... вон, из подписчиков я сразу 2 вызвал. Поэтому дело такое. На самом деле, у меня был когда-то Вучи, но из-за того, что у меня есть Верат, конечно же, Вучи мне не нужен. Это логично. Первородка где-то даже получше будет. Хотя у Вучи первый скилл прикольный. Да, жду вас сегодня и завтра на стриме. Будет ГВ. В субботу не забывайте, что я буду открывать все свои свитки, которые у меня скопились. А в сумме это у меня уже, ну... 10-15 мистиков, у меня будет 2 леги, у меня будет свет тьма, если я выбью еще и мистики на хард башне, я их тоже буду открывать в субботу, короче, будет очень много всего, и постараюсь, я не обещаю, чтобы никто не написал, а когда будет розыгрыш аккаунта, кто будет писать, это я буду, ну, скорее всего, просто блокировать, да, эти сообщения, не блокировать человека, а сообщения. То есть, постараюсь разыграть аккаунт, и как участвовать, что нужно делать для розыгрыша аккаунта, быть на стриме, и там, уверяю вас, вы не пропустите розыгрыша и всего такого. Чего-то там офигеть какого интересного и сложного делать не нужно. Будет нужно написать всего лишь одно слово в чат. Поэтому да, заведомо регистрируйтесь. Жду вас сегодня и завтра. Всем удачи, всем пока и до встречи. Запасайтесь печеньками и разными вкусностями. Пока-пока.